вы не думаете, что получение премии вас приведет к иноагентству, лично вас и газету? Я сегодня задал этот вопрос правительственным чиновникам, которые решили меня поздравить. Будем ли мы объявлены иноагентами, получив Нобелевскую премию? Мне ничего пока толком не ответили, но тогда будет так. Это сообщение создано иностранным агентом тире лауреатом Нобелевской премии. Дмитрий, а что вы думаете? Мне сейчас сказали, у меня сейчас было коротенькое интервью наверху, мне сказали, что официально в Кремле поздравили устами Дмитрия Пескова. Я и пока что не видел сам. Для вас важно, вот просто о том, что вас поздравляют. Ой, вы знаете, я просто обомлел. Я счастлив.